Сегодня Православная Церковь чтит память брата Господнего, апостола Иакова. Сын праведного Иосифа Обручника, он с детских лет был особо посвящен Богу. Иаков был назареем, что означало вести чистую и святую жизнь, заповеданную когда-то Господом всему Израилю, соблюдать девство, воздерживаться от вина и мясной пищи, не стричь волос. А когда Иисус Христос стал рассказывать людям о Царстве Божьем, святой Иаков уверовал в Спасителя и стал его апостолом. Но служение его было не таким, как у других учеников Христовых. За его богоугодную жизнь поставил Иисус Христос Иакова первым епископом Иерусалимской Церкви. За 30 лет своего служения епископом он распространил и утвердил Христову веру не только в Иерусалиме, но и во всей Палестине. Несмотря на то, что приходилось ему трудиться на апостольской ниве в окружении множества свирепых врагов христианства, он все делал с таким благоразумием и рассудительностью, что уважали епископа Иакова не только христиане, но и иудеи, называя его опорой народа и праведником. Но, к сожалению, во все времена рядом с добром процветало зло. Злом этим тогда были книжники и фарисеи, которые замыслили убить неугодного им святого апостола. Они заманили Иакова на крышу храма и приказали ему отречься от учителя своего, спасителя мира. Но святой апостол стал громко прославлять имя Христа, свидетельствовать, что Иисус и есть Мессия. И вторили ему собравшиеся у храма христиане: «Осанна сыну Давидову!» Кипя ненавистью, иудеи столкнули Иакова с крыши. Но внизу, еще живой, он, поднявшись на колени, стал молиться за врагов своих: «Господи, прости их, они не ведают, что творят». А враги в это время добивали мученика камнями. Так, в 63-м году от Рождества Христова принял мученическую смерть брат Господень, святой апостол от 70 Иаков. Незадолго до смерти своей написал он послание к обращенным в веру иудеям, дабы утешить их и укрепить в будущих страданиях и предостеречь их от заблуждения, будто бы одна вера может спасти человека. «Ведь вера, — говорил он, — не сопровождаемая добрыми делами, мертва и не приводит ко спасению». И мы запомним его наставление и почтим сегодня. Пятое ноября. Память святого апостола Иакова.